Об этом фильме мало написано и еще меньше о нем говорят. Он снят Сергеем Юткевичем в 1981 году. В Советском Союзе заканчивалась эпоха имени Ленина. Эпоха социализма ускользала из нашей жизни. Эта эпоха растворялась в пустоте магазинных прилавков и в пустых речах с трибуны 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Но в стране еще были люди, жившие социалистическим прошлым. Это было время, когда члену Коммунистической партии, большевиков, Сергею Юткевичу вручили две сталинские премии, а потом еще и две государственные премии Советского Союза. Это было время, когда его наградили звездой Героя социалистического труда и тремя орденами Ленина. Советский Союз не всем принес сплошные начинальники и завершальники трудовых пятилеток. Были люди, которые и в те годы жили как люди. У каждого был свой социализм. А о фильме «Ленин в Париже» действительно сказать нечего. Но государственные премии выдавало государство. А деньги на эти премии зарабатывали мы все –